Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Просвещение. Давайте смотреть ассортименты новинок. Сколько же здесь всего? Мои любимые кружки, которые совсем дешевые, очень хорошие. По-моему, 59 рублей всего стоит. Масленка. Стеклянная. Так вы меня уже видели, да? Вот еще одна масленка. Это вот недавно появилась. По-моему, цены я уже говорила, я вот сейчас не помню. О, это новинка. Форма для выпечки, раздвижная. В разъемной форме можно собирать торты, прослаивать их желе и кремом, делать эффектные слоеные салаты. Видите, можно не только запекать, но еще и салаты делать. Здорово. 199 рублей. Вот, нашла. 149 рублей масленка стоит. Вот такая. Заварнички какие. Симпатичные. Большие. 1,4 литра. 299 рублей. Есть, смотрите, вот зеленоватые. Есть розовые. Кому какие нравятся. И вот я еще увидела, здесь голубые есть. Вот, голубые. Стекло, пластик. И идемте дальше. Стаканы пивные. 570 миллилитров, 99 рублей. Ух ты, какая доска разделочная. Ух ты, как будто доска шахматная. А где ценник? Ценника я не вижу. Размер 36,5 на 22,5. Удобная ручка, компактный размер, двусторонняя рабочая поверхность. Такая и такая. Ценника нет. Вот эти интересные стаканы. Видите, в виде лапки. Кошачья, собачья лапка. 199 рублей. Термо. Бокал 300 миллилитров. Ага, здесь вон, видите, прям лапка и нарисована. И вон, видите, какая лапка? Это вот на донышке. Здесь она, ее не видно, а вот с этой стороны хорошо видно. Специально так поставили. Ага, вот она. Там, по-моему, собачья лапка, а здесь кошачья, как будто бы. Ой, как много различных бутылочек для масла. 300 миллилитров это. Это спрей. Спрей. А сколько же оно стоит? 149 рублей. Это уже не спрей, это просто наливать. Вот еще одна. Тоже 149 рублей. Есть побольше. Если это 320 миллилитров, это уже 510 миллилитров. Большая, 199. Вот эти мне тоже нравятся банки. С ручками такие. Интересные. 199 рублей. О, это что за баночки? $149. Банка 1,05 от Kitchen. И надписи одинаковые, надписи одинаковые. Вот еще тоже новинка. Какие банки тяжелые. 149 рублей. 1,5 литра. Или 1,3. Удобно держать. Вот знаете, я взялась прям так удобно. А вот еще банка. Вот это вообще шикарная. Банка шикарная. 650 миллилитров. 149 рублей. А это побольше. 850 миллилитров. 199 рублей. Расцветки, видите, разные есть. А банка сверху отвинчивается. Винтовая крышка.
И мне прям очень интересно, здесь стекло, а еще из чего она сделана? Стекло и нержавеющая сталь. Ага, вот это нержавеющая сталь. Я почему-то подумала даже, что это пластик. Нет, нержавеющая сталь. Интересные, красивые, просто очень красивые банки. Просто шикарные банки. Так, здесь у нас какие новинки. Солонка и перечница. Я говорю, я не была, болела всего 5 дней, а здесь столько новинок. Солонка и перечница 130 мл. А солонка и перечница станут очаровательным украшением вашего обеденного стола. Довольно-таки большие, не маленькие. 149 рублей. Стекло и нержавеющая сталь. Таймеры кухонные 149 рублей. Вот еще солонки. Емкость для специй 990 миллилитров. Ценника нет, не знаю почем. Смотрите, какой набор для приготовления яиц. Четыре штучки в упаковке. Ну, странно, что же это такое? Как же там приготавливать эти яички-то? Силиконовые штучки. Ну, давайте, конечно же, прочитаем. С этими формами для приготовления яиц вы сможете создать атмосферу традиционного французского завтрака. Яйца пашот хороши как отдельные блюда, так и качественные закуски. Ага, это для приготовления яиц пашот. Вот, выливаете формочку, ставите в воду, типа на паровую баню, и готовите. А прежде чем ставить, надо смазать сливочным маслом форму. Что только не придумают. Вот сколько стоит, я не знаю. Опять пришел пресс для чеснока. Если честно, я про него постоянно забываю. У меня есть старенькая такая, которая выдавливается. Я такую приобрела, положила где вилки, ложки и благополучно про нее забыла. Вот сейчас увидела и вспомнила, почему я ей не пользуюсь, не знаю. Пресс для чеснока. 79 рублей. Большое количество различных банок. Вот какие симпатичные, красивые баночки. Я не знаю, ценника нет на них. Вот тоже прям недавно появились баночки. 24,70 всего стоит. Ничего себе, 25 рублей баночка. Она еще штабилируется, видите, внутрь вставляется. Штабилируется хорошо. Прямоугольные баночки. Тоже, по-моему, недорогие должны быть. Здесь повыше, есть пониже. Ценника тоже нет. Есть квадратные. 2,3 литра 99 рублей. Контейнеры с защелками для спагетти. 2,85 литра. Длинные банки такие. Есть, смотрите, со шкалой. 149 рублей. Эти баночки тоже штабилируются между собой. 59 рублей. 0,5. Ну, какая новинка. Какого средства для мытья посуды только нет. Вот опять новинка. Средство для мытья посуды с эффектом соды. Южный персик. Хорошо пенится, растворяется жир, устраняет неприятные запахи. Вот такой полосатый рейс. 59 рублей 450 миллилитров. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.